Эффективность работы Управления по делам коренных малочисленных народов Севера оценена как неудовлетворительная. На заседании администрации глава региона предложил пересмотреть существующие меры поддержки, сделать их эффективными и действительно необходимыми работникам тундры. Для оленеводов и чумработниц в нашем округе предусмотрен ряд социальных выплат и компенсаций. Однако некоторые из них не востребованы населением. Например, компенсация по услугам медосмотра. За последние 8 месяцев этой льготой не воспользовался ни один человек. Игорь Кошин предложил Управлению по делам коренных малочисленных народов Севера находить новые решения для повышения уровня жизни тундровиков. Во-первых, мы должны четко понимать, сколько у нас занятых в этом. Дальше мы должны понимать всю доходную составляющую пастуха и чумработницы. Правильно? Мы должны понять, какова должна быть эта планка. И дальше уже смотреть пути достижения оленеводом этой планки.